Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым випуску. Час вилучатися. Стартував черговий етап кампанії по виборах депутатів місцевих советов. Понтонная переправа готова. По новому мості праз Прип'ять можуть рухатися усі види транспорту. Новогодні пригажуні лясгаси регіона нарихтували для реалізації більше 14 тисяч живих єлок і соснов. Битва роботов. У Гомелі пройшов открытый турнир по робототехнице «Аксиома». А зараз об гэтым и іншым больш подрабязна. У Беларуси напередодні распачалося вылучэнне кандидатов на выборы у мясцовыя советы. Претенденты могуць збіраць подпісы, вылучацца ад палітычных партый або працоўных калектываў. Паралельна да 14 снежня Центральная комиссия працягвае прымаць документы на регистрацию ініцыятыўных груп. Нагадаем, выборы у мясцовыя советы депутатов пройдуць у Беларуси 18 лютага. Згодна з рашэннем, прынятым на пасяджэнні рэспубліканскага штаба па надзвычайных сітуацыях, праз раку Прыпяць у Жыткавіцкім раёне арганізавана пантонная пераправа. На некі час яна заменіць аўтамабільны мост, які прызнаны небяспечным. На мінулым тыдні на ім з'явілася трэшчына, у выніку чаго дарожнае палатно стала непрыдатным для эксплуатацыі. Арганізацыя руху на гэтым участку пацікавіліся нашы карэспандэнты. Рух транспорту по понтонному мосту праз Прыпяць у Жыткавіцкім районе открытый 10 снежня. Его наведением занимались взводный отряд подразделения 188-й гвардейской инженерной бригады Узброенных сил и республиканский отряд специального призначения Министерства по надзвычайных ситуациях. После установки усіх понтонных секций специалисты замасовали береговые элементы и открыли рух транспорту. У мэтах безпеки людей он будет организован одночасово только у одним накірунку. Спочатку регулировать потоки машин и пешеходов будут супрацовники дзяржаўтаінспекцыі. Потом этот процесс будет ожидаться с допомогой светлофоров. Ширина не позволяет осуществить двустороннее движение, поэтому будет для безопасности, опять же, население будет организовано только в одном направлении. Испытали его с помощью звена, который расположен на кразе, общей массой 20 тонн. Мост выдержал, готов к переправе на другую сторону. По словам специалистов 188-й инженерной бригады, понтонный мост может вытрымливать нагрузку до 60 тонн, что позволяет организовывать рух не только легкового транспорта, але и великогрузов. Это тем больше важно, что у Турове находятся два буйные предприемства – консервовые и молочные комбинаты, а так само великая фермерская господарка Михаила Шруба, где працуе шмат житкаучан. По словам керовников этих предприемств, неких перебоев с обеспечением сыровиной и працовными ресурсами после закрытия автомобильного моста не было. До речи, початковое решение об его ремонте может быть принято уже на этом тыдне. К пятнице будет заключение предварительное, которым комиссия Минтранса уже даст официально. Поэтому пока мы сделали то, что нужно было сделать оперативно. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при допомозе агентства «Теленавин» Житковицкого района. Сегодня в Беларуси стартует доброчинная новогодняя акция «Наши дети». По 10 студеня во всех регионах будут проходить святочные представления. Удельниками станут больше за 15 тысяч детей-сирот, инвалидов и детей, чьи батьки загинули при выполнении службовых обовязков. У Минску на головную елку Украины в рамках акции сберутся больше за 2 тысячи детей. Неотъемный атрибут новогодних святов – упрыгоженные елки. Больше 14 тысяч древ нарыхтовали для реализации лясгасы в области. Заготовка ажыццяўлялася з уліком минулогодних потреб. Летась у регионе продали 11 тысяч древ. Елочные кермаши пачнуць працаваць 23 снежня. Новогодние древы будут продавать на 125 стационарных гандлёвых пляцоўках. Дарэчы, только у Гомеля для гэтых мэт добраупарадкавана каля 10 месцев. Набыть древы можно так само на передновогодних кермашах, которые пройдут на гэтых и наступных выходных на площади Паўстання. А кроме того, их реализация будет вестися непосредственно у лясництвах. У среднем елка альбо сосна вышинёй до метра будет каштовать от 7 рублёв. Древы до 2 метров у районе 9-12. Цена на древы вышинёй от 3 метров стартует от 12 рублёв. У Гомеля отбылся открытый дитячий турнир по робототехнице «Аксиома». Его провели у першиню, об уделе заявили больше 100 человек из всех клуба робототехники Гомеля. Самому юному конкурсанту 6 годов, старейшим 14. Турнирной пляцовкой стала 51-я гимназия Гомеля.
Там побывали и наши корреспонденты. Больше как 60 команд, свыше 100 удельников и только 3 переможные места. Открытый турнир по робототехнице «Аксиома» с первой спробы доказал популярность программования сярод детей. При этом баталии на конкурсной пляцовце были не дитячие. Так, у молодшей взрослой категории удельникам треба было собрать робота, а затем выставить его на рынг супрать иншего. Самый мощный, как правило, и приносил перемогу своему створальнику. Детям основные навыки, вот, которые необходимы, они связаны с IT, они связаны с программированием. То есть это некая инженерия конструирования, а также программирование, потому что робот – это программа, которая выполняет какие-то действия. У другой взрослой категории необходимо было створить робота, який за канат смог бы перетягнуть иншего. Самое же складанное задание чекало старейшую категорию удельников – собрать робота с интеллектуальной программой. Робот повинен был проехать пылную траекторию, при этом одночасово сбирать предметы, пересовывать кубики и навод отрознивать их по колеры. Сами организаторы кажут, что ставили довольно высокую мету, развивающе программование сярод детей уже зараз рыхтовать будущих специалистов высшего класса. Прекрасный турнир – замечательная цель. Это то, что создает land value, создает талант. Это очень перспективное направление. Ну, то есть я бы даже уже не сказал, это перспективное направление, это состоявшееся. Юные программисты из Гомеля уже зараз доказывают свою конкурентоздольность на сусветном уровне. Так, гомельские школьники Александр Углик и Павел Титов представили Беларусь на сусветной робототехничной олимпиаде у Коста-Рика. Показать свои здольности яны вырашили и у этом турнире. Дарыча, для Павла Титова эта спроба завершилась и перемогой у старейшей узростовой категории. У середней лепшими стали Роман Петельмахов и Ярослав Голубцов. А сярод самых маленьких программистов место у поспеху досягнули Данила Улановичус и Роман Мягко. По словам организаторов, это конкурс у будущем станет выдатной пляцовкой по подрыхтовцы детей до уделу у республиканских и международных турнирах. Ганна Ковалева, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Это крутой турнир! У Гомелі прошли отборочные туры буйнейших конкурсов эстрадных выканаўцаў. Вызначыліся артисты, которые отримают шанс представить наш регион на национальном конкурсе молодых выканаўцаў «Молодежная 2018», а так само международном фестивале «Славянский базар» у Витебску. С удельниками познакомилась Ганна Каральчук. Международный фестиваль у Витебску отбор проходил по двух номинациях. Конкурс выканаўцаў эстрадной песни и дитячий музычный конкурс. Спеваки представили по две песни – белорусского автора на белорусской мове и песню на выбор, якая добра раскрывает их выканальницкое майстерство. Для тех же, кто ждал выступить на сцене у молодечни, потребования были иншие. Тут соперничают только дорослые выканаўцы, которые выконывают на белорусской мове обедве композиции. Сёлета у складе журы был и той, кто сам калісьці прошел праз подобное выпробование. Гомельчанин Андрей Колоса в 2009 году стал лауреатом «Славянского базара» у Витебску. Дети порой гораздо более искренние. Они еще не научились прятать свои эмоции. И во многом ты даже сам учишься у детей вот быть таким же открытым, как они. Очень важен правильный выбор песни. И в том числе, помимо правильного выбора, еще и правильное исполнение. Бывает часто ошибка, когда они берут очень известные песни, сложные по исполнению, но не получается исполнить. В моем понимании, возьмите песню проще, но спойте лучше, чем оригинал. Удел у фестивалях, а тем больше поспяховый, дае выканаўцам путевку на великую сцену. Жюри обрало 5 дорослых и 5 юных спеваков. Наступный этап – предоставление видеозаписов двух песен у Министерства культуры, где напроконце студеня выберут по 10 лепших удельников для финального отбора на славянский базар. Что тычется конкурсу «Молодечня», который пройдет в червине, тут тройка представников нашего региона уже вызначилась. Это Олег Барсуков из «Ветки» и две гомельские вокалистки – Катерина Новикова и Таисия Серикова. Я исполняла две своих песни на белорусском языке. Одна называлась «Колыханка», а вторая песня «Потанцуем разом». Это песня из репертуара группы «Кава», которой я являюсь руководителем. Но вот сегодня я без поддержки своих ребят была одна на сцене. Немножко волновалась, конечно, но как показали результаты, значит, все прошло хорошо. Есть программа целая на белорусском языке, которую мы с группой исполняем, но эти песни как-то ближе всего, наверное, к душе. Андрей Колосов поделился с конкурсантами своими зауагами до их выступлений и дал профессийные парады. Ганна Каральчук, Василий Сипцов, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrugomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.